Жительница Уральска выиграла путевку в Дубай. Сеть супермаркетов Setsale Food провела третий розыгрыш путевок в один из самых жарких городов мира. Розыгрыш среди посетителей супермаркета проводился в течение 2 месяцев в Уральске и Аксае. Розыгрыши от сети супермаркетов Setsale Food проводятся не впервые. Покупатели Setsale Food могли стать участниками розыгрыша в течение 2 месяцев. Для участия в розыгрыше необходимо было приобрести товар на сумму от 10 тысяч тенге и заполнить купон участника. Розыгрыш был проведен в Уральске и Аксае, в торговом доме «Дом быта», в торговом доме «Жарсуат» города Аксай. И третий розыгрыш состоялся 6 января в торгово-развлекательном комплексе «Сити Центр». Объявлен очередной обладатель главного приза – путевки в Дубай. Уткина Светлана, 34,56. Есть? Ура! Светлана, пожалуйста. Мы часто здесь закупаемся, после работы заходим, закупаемся. То есть у нас человек 5, наверное, там есть наших. И один из них вот выстрелил. Нам вот особенно выпечка очень нравится здесь. То есть хлеб, вот десерты вкусные. Также был разыгран ряд утешительных призов в виде сертификатов в различные бутики торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр». Сертификат в Симону на одежду, приобретение одежды. Ну, рады? Да, я рада. Это какой-то утешительный приз, который действительно радует, то, что не просто так участвовал, приносит большой еще дом. Будет участвовать? Да, теперь да. Администраторы Setsale Food отмечают, что впереди еще ряд розыгрышей, акций и скидок. Это наш не последний розыгрыш. Мы только начинаем 24-й год с этого розыгрыша. Впереди ждут еще интересные акции, скидки, розыгрыши, подарки и все прочее. Каждые 2 недели у нас меняются акции, скидки на продовольственные, непродовольственные товары. К примеру, сейчас идет большая скидка 40% на посуду. Это интересная новость, наверное, для всех домохозяек. Вот. Скидка также продолжается на новогодний ассортимент. Setsale Food – это современная, удобная сеть супермаркетов с большим ассортиментом товара. В супермаркетах действуют фудкорты, где можно выпить чашку горячего кофе, отведать свежую выпечку, салаты и вторые блюда собственного приготовления. Еженедельно на ряд товаров действуют скидки. Также можно оформить онлайн-доставку. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42.